Пять команд пиротехников из Санкт-Петербурга, Баку, Симферополя, Екатеринбурга и Чебоксара поборются за главный приз 10-го международного фестиваля фейерверков. Он обещает стать самым красочным событием предстоящего празднования Дня Республики. По традиции, фестиваль фейерверков будет проходить на набережной залива 2 дня. Уже завтра в 23 часа команды-конкурсанты представят членам жюри, а также чебоксарцам и гостям города свои лучшие выступления. Продолжительность каждого не менее 6 минут. При этом используется музыкальное сопровождение. Еще одной особенностью юбилейного фестиваля станет проведение лазерного и огневого шоу. На главной сцене праздника на экран будут проецироваться портреты знаменитых уроженцев Чувашии и изображения памятников, установленных в столице республики. Победителям фестиваля, которых назовут 24 июня, достанется статуэтка матери-покровительницы. Ну а завершится праздник гала-представлением «Славься, Чувашия!».